И начнем с приятных спортивных новостей. Белорусы, спортсмены, завоевали первые награды на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде. У нас 3 медали, из которых 2 золота. И это только начало. Высочайший уровень белорусской гребли вновь подтвердили Марина Литвинчук и Ольга Худенко. Недавние триумфаторы вторых европейских игр стали чемпионками мира в заезде байдарок двоек. И уже буквально через несколько минут вторую золотую медаль нашей сборной принесла каноистка Алена Ноздрева, которая стала чемпионкой мира на дистанции 500 метров. Эмоции нашей спортсменки сразу после финиша говорят о многом. Во-первых, это просто для меня неожиданно, так как погода все-таки вносила свои коррективы, но я просто очень счастлива, то, что я смогла дотерпеть в такой борьбе, которую показали все девчонки в финале. Спасибо им большое, давайте им поаплодируем за то, что они сражались, за то, что они составили достойную конкуренцию, и это самая достойная медаль для меня. Медальный почин девушек поддержал байдарочник Никита Бориков. Он выиграл серебро на дистанции 500 метров. Завтра борьба за награды чемпионата мира продолжится. Белорусы выступят как минимум в 3 финалах. Причем Марина Литвинчук и Ольга Худенко в заезде байдарок двоек на 500 метров будут бороться не только за медали, но и путевки в Токио, ведь это планетарный форум является лицензионным. Выступят белорусы и в решающем мужском заезде байдарки двойки.